А вы знаете, что там привидение водится? Нет. Ну, там водится. Нет. Да как нет? Это не водится. Там была однажды какая-то авария, взорвался. Взорвалась котельная, взорвался бак какой-то. Там однажды взорвался котел, и одну тетю обварила. И с тех пор она там ходит и бродит постоянно. Так что осторожнее, там очень страшно. Все разбомблено, да? Ну а что, как вы думаете, есть тут привидение или нет? Да нет. Думаете, нету? Нет, просто, наверное, камни обваливаются, она ведь старая, эта котельница. Говорят, по ночам тут кто-то гудит, что-то вот так. Ну, это где? Думаешь, это все ерунда? Да. Вот это да. Ямы такие стеклянные. Что это было? Что за звук там был? Кто-нибудь слышал, что это был за звук? Да? Что это было? Не знаю. Да вы, наверное, камни кидаете. Нет. Не кидали камни? Я вот лично не кидал. Что, туда пойдем смотреть, что там? Да. Пошли. Опять что-то упало. Что ж такое? Опять падает. Блин. Да. Тут от ветра, наверное. Сегодня ветер, видишь, какой сильный, наверное, это. От ветра. Ну, а камни как могут так падать? Да, да, смотри, какие такой, они тяжелые. Вроде бы не такой сильный, для нас сильный. От только ветра все обваливается. Да, но пошли. Как они тяжелые. Опять. Прям мне в колено. Вот это да. О, тут глянь, какая комната. Тут, кто сидели?
В этой комнате лесорубы сидели? И что они тут делали? Отдыхали. А? Лесорубы? А почему лесорубы? Какие лесорубы? О, что это? Пусть... Кто там громыхает? Я не громыхал, я просто там смотрел, что дверь там проходил. Еще какая-то штука. О, тапа! И жилет. Еще тапки. Пойдем дальше. А тут что? А тут темнота полная. Что было? Не знаю, что там потом. А здесь что? О, ну тут простая комната, пустая. Ребята, а может убирать реально деньги? Ребята, может реально есть привидения? Мне кажется, нет. Ну что есть, я не знаю. Сейчас посмотрим. А вон, смотри, какие-то надписи. Что это означает? Я Саша.